Шла Саша по шоссе и сосала сушку. Опа, свет, камера, мотор, пишем. Ну что, погнали? Всем привет, меня зовут Вика, и вы попали на мой канал. Я рада вас приветствовать. Сегодня у меня будет такое расслабленное видео, знаете, у меня даже расслабленное настроение. Я хочу вам рассказать про свои пустые баночки. В общем-то, у меня есть такая огромная корзина, в которой много всяких товаров, продуктов, но не питания. У меня есть такая вот большая корзина, в которой много всяких продуктов, в которых я бы хотела вам что-нибудь поведать, посплетничать, так сказать. Вот. И я вот немножечко тут на фон даже что-то поставила и в итоге с собой закрыла. Но, знаете, я старалась, я что-то делала, для меня это победа. Вот. И если вам... Вы можете поставить лайк авансом или поставить его в конце, если вам понравится видео. Посплетничаем о косметике. Я готова поделиться с вами в такой расслабленной атмосфере. Я немножечко такая на улете, потому что, не знаю, у меня нет настроения записывать что-то серьезное. Я бы просто хотела поболтать, поделиться с вами, получить обратную связь в комментариях. Если вам понравится это видео, я надеюсь, что вы подпишетесь на канал, поставите лайк, возможно, напишите какой-то комментарий. А мы начинаем. Первое, с чего хотела бы я начать, это вот такая вот мицеллярная вода размером с мою голову. Здесь 400 мл, это бренд Эколатье. У меня это чай мачи и бамбук. На ней заявлено, что это какая-то гипоаллергенная, вроде бы. Нет, для чувствительной кожи просто. Если у вас прям гиперчувствительная кожа, то вам, естественно, не подойдет, потому что он немножко пощипывал мне глаза и даже кожу в местах, где были шелушения. Поэтому я не могу рекомендовать этот продукт людям с очень чувствительной кожей, так как у меня он вызвал такие вот неприятные ощущения. Покупку не повторю, но здесь большой объем, минимальная цена. Если у вас не сильно чувствительная кожа, то, в принципе, можете приобрести. Следующий продукт — это вот такая вот мультифункциональная штука от Ликата. Это спрей 17 в одном. Это и легкое расчесывание, и блеск, и термозащита, и питание, увлажнение. Вообще просто все блага этого мира собраны в этом продукте. На самом деле ничего особенного, просто приятный такой спрейчик, от которого волосы легче расчесываются. Возможно, как-то защищает от температурных воздействий, но не сильно высоких. Я обычно на 180 выпрямляю, и то не часто, а сушу, так и вообще очень-очень редко волосы. Поэтому просто как вот такая вот дополнительная фигня за 300 рублей довольно нормально. Естественно, это никакой не профессиональный бренд, это все ложь. Ложь производителей наглая. Ну, я пользуюсь, я уже вторую банку такую купила. Дальше штука для волос. Это вот такая вот замечательная вещь, 8 секунд. Я думаю, что многие уже не слышали, это корейский бренд. Что хочу сказать, Масил бренд. У меня от этого бренда есть вот такой вот пилинг. Который называется 7 Sparkling Scalp Bubble Tick. Вот тик у меня от этого bubble явно случился, потому что это... Я перескочила с одного продукта на другой, но так как это один бренд, я расскажу о них вместе. Вот эта маска очень хорошая, но это опять-таки, это состав тяжелый из силикона, то есть она просто сверху оболочку на ваших волосах создает, у вас волосы красивые, быстро красивые, главное. Легко расчесывается, просто прекрасно выглядит, но не стоит увлекаться такими вещами, потому что, ну, чем чаще вы будете вот покрывать свои волосы тяжелыми силиконами, тем больше они могут выпадать. Но вообще, это до первого помытия головы. Просто, ну, визуально чисто как-то куда-то, когда нужно, срочно. Да, пожалуйста, но не увлекайтесь таким. А вот это вообще просто какая-то бомба, пушка, ракета, но мне вообще не подошло абсолютно, потому что моя кожа головы очень чувствительная, раздражительная, как и, в принципе, кожа и тела, и лица. То есть у меня я вся такая очень чувствительная, очень раздражительная. Вот. Поэтому у меня склонность к шелушениям кожи головы, перхоть. И у меня вообще страшные, чуть ли не ожоги вызвала вот эта штука. Я вам сейчас покажу. Он в простонародье у нас в ТикТоке, как пошло, назывался пилинг жареная картошечка. Вы просто вот так на голову его, и все, и нажимаете немножко. Кстати, иногда очень даже неприятно было. Я вам сейчас просто дам послушать, почему, собственно говоря, жареная картошечка, если кто-то еще не в курсе. Мы берем. Нет, не закончился. Я им просто не пользуюсь, вот сейчас. В моей руке сейчас реально как будто что-то жарится. Он такой охлаждающий, знаете, он должен обновлять кожу, там все дела, наоборот, помогать от перхоти. АСМР у нас сегодня, мы устраиваем здесь. Но мне он только хуже сделал.
Поэтому, соответственно, мы все разные, у всех кожа разная, кому-то подходит, кому-то очень нравится, мне прям вообще просто. Красный крест, no, это... Он у меня валяется, хотя он вообще не бюджетный, я покупала его за 1500-1500, наверное, в магазинчике корейской косметики. Раз уж мы прошлись по волосам, у меня есть вот такой вот шампунь, это Комплимент. Я сначала почему-то подумала, что Комплимент — это белорусский бренд. У меня до сих пор здесь картошечка жарится на руках, в ладошках. Вот, но это Москва производитель. Шампунь с цинком, опять-таки, я же говорила уже, что у меня чувствительная кожа, у меня перхоть всю жизнь просто, я чем только не пыталась лечить. Вот этот шампунь меня на какое-то время избавил от этого, но все равно мне постоянно нужно. Это я такая очень вообще вредная. Мне чуть ли не каждые 2-3 недели нужно менять шампунь. Но если у вас не прям настолько вот все жестко, как у меня, то вот этот шампунь могу рекомендовать. 260 рублей, по-моему, он стоит за объем 200 мл. Я брала на Озоне. Мне понравился, довольно-таки хороший и не имеет никакого неприятного запаха, потому что шампунь, например, с Люсьен Форте, у меня просто от него рвотные позывы после того, как я помою голову и, вот, знаете, повеет вот так, волосы мне случайно к лицу попадут, и я прям все, падаю, умираю. Мы плавно переходим к лицу, и у меня здесь для лица есть вот такой вот пустой абсолютно бутылечек с тоником, из-под тоника, джин-тоника. Вот, но нет, это тоник Эвелайн, я не знаю, честно, но я надеюсь, вы не забьете меня кирпичами, не закидаете. Вот, это отшелушивающий тоник, придающий сияние. Вообще, ну бомба просто, я могу его сравнить с тоником от Пайот, который придающий сияние. Реально, здесь объем 100 мл, он маленький, его удобно брать с собой в поездки, в какие-то. Вообще просто супер, и стоит он копейки. И, кстати, пахнет приятно, действительно увлажняет, отшелушивает, не вообще не вызывает никаких раздражений, покраснений, просто топ, топов. Я думаю, что я, наверное, куплю себе такое для того, чтобы ездить в путешествие. Все тип-топ, каблучки, макияж, все тип-топ, и этот день наш, но не мой. Каждый день только... Так, все, ладно. Следующая вещь, это абсолютно бесполезная, просто гадость. Это гиалуроновая сыворотка от бренда, который я вообще не знаю, что за бренд. Это просто вода водой, вода водой. Я вообще абсолютно недовольна максимально этой сывороткой. Единственное, что мне понравилось, это вот этот вот прикольный колпачок. Вы знаете, я покупаю косметику, в принципе, какая красивая баночка, что-то новенькое, что-то интересненькое. Если мы просто вот так вот выдвинем, мы не сможем, понимаете? Это вообще какой-то нонсенс, резонанс в мире бьюти. Бред, полнейшая сыворотка отстойная. Я даже не знаю, что про нее говорить, потому что это просто вода, которую выносит на лицо. Я люблю сыворотки, которые... Ты чувствуешь, что ты что-то себе наносишь, а не просто умываешься, например, да, водой. Которые немножечко такие тягучие. Это просто хрень, честно. Вообще, я вот ее кидаю, жалостно, и я ее закончила. По приколу чисто, знаете. По принципу, ну я же купила, значит, мне нужно это использовать. Нет, это не так, ребят, не делайте так. Если вам что-то не подходит, просто выбросьте, не жалейте. Это вот ко мне пришло, например, с возрастом. Вот я такая вот старая, статная женщина, 22-летняя. Следующий продукт, который вызвал просто какой-то шквал негатива в свою сторону, это крем CeraVe, который moisturizing cream, увлажняющий крем. Да, он жирненький, он классный. В какой-то момент, в какой-то определенный период моей жизни он просто меня спас. Потому что моя кожа была в состоянии умирания, отмирания. Мне кажется, у меня отвалилось бы лицо просто, потому что она адски шелушилась, была в каких-то красных непонятных пятнах. У меня как будто бы был какой-то дерматит, которого у меня никогда в жизни не было. Вот. Надеюсь, что это не лишай был. Ну нет. У меня просто по лицу были пятна, шелушащиеся, чешущиеся. Какие дурацкие слова с буквой «шаще». У меня плохо с «шаще». Которые чесались, шелушились. Это было ужасно, отвратительно вообще просто. И вот эта вещь, это единственная вещь, которая меня спасла. Да, говорят, что он комедогенный, забивает поры, вызывает, блин, вообще что только не вызывает, сатану вызывает этот крем, но мне он очень нравился, поэтому, опять-таки, это к моменту тому, что мы, это все индивидуально, что мы все разные абсолютно, кому-то подошел вот этот пилинг, мне не подошел, мне подошел этот крем, он у меня не вызывал никаких прыщей, он забивал мне поры, было все идеально, он просто спас мою жизнь, поэтому я его люблю, но больше не покупаю, потому что нет необходимости, но если вдруг что-то с моей кожей случится страшное, то я снова его приобрету, чтобы спасти ее, воскресить. Следующий продукт, вы не поверите, это просто... Это сыворотка из Фикс Прайс. Я вот так делаю. Это сыворотка из Фикс Прайс. Вы не поверите, эта штука стоит 100 рублей. И я вам хочу сказать, что она намного лучше, чем та, которую я вам показывала до. Потому что это реально, это реальная вещь, которая отшелушивала роговевший кор. Это реально вещь, которая убирала мне постакне. Которая осветляла мне тон кожи, выравнивала. Это просто... Это сыворотка с АХА-кислотами.
от Сейда из Фикс Прайса. Она стоила 100 рублей, чтобы вы понимали. А вот эта дрянь, вот эта вот маленькая дрянь, она стоит сейчас 750 рублей в подружке. Это боль, это просто боль, я готова рыдать. Потому что вот эта маленькая прелесть, маленькая дрянь и маленькая прелесть, не лучшая в моей жизни, но очень хорошая, правда. Я повторяла покупку раза 3, наверное. Но сейчас нет такой необходимости, я использую Earth Infect. Вот, ну, это правда, служило мне верой и правдой. Из ухода последняя вещь, это для губ масло в Stellar'е. Это вот так вот оно выглядело до перезапуска. Перезапуск я вам показывала видео про распаковку золотого яблока и Магнит Косметика и прочего там всего. Здесь, чтобы вы понимали, тоже 4,5 мл. Вот такая маленькая писюшка. Сейчас формат вот такого выпуска. В два раза больше. Объем не изменился. Это все маркетинговый ход, обман и все прочее. Очень хорошее масло. Оно прям такое... О, зачем я это делаю? Мне кажется, оно просроченное. Очень хорошее масло, действительно, оно приятное, такое обволакивающее, увлажняющее даже в какой-то степени было, сейчас я не знаю, мне кажется, что форма немного изменилась, немножечко такое сияющее, прикольная штучка, чисто кинуть в косметичку, в сумочку, вот, еще приятно пахнет кокосиком и выглядит довольно-таки симпатично, сейчас тоже. Так плавно перетекаем к декоративке, я начну с вот этого, потому что тут бадья вот это лежит. Это ужасный, отвратительный крем просто. And now коллаген. Вот именно вот эта вот версия. Я не знаю, как... Говорят, что 8 пептидов очень хорошие. Вот эта дурь полнейшая просто лежит на лице, как слоеный пирог. Такое ощущение, как будто, вы знаете, отдельным слоем просто сверху вот наклеили маску. Ужасно. Мне не нравится. Он практически полный здесь. Даже не практически, а мне кажется, полный. Вообще жесть. Я его купила как-то по глупости, по молодости, так сказать. Вот. И вообще пожалела максимально, потому что вот сейчас это в помоечку полетит у меня. Вещь, это тоже тон, это BB от Холики Холики. Сейчас у меня такой же, только в красном, в розовом оформлении. Он сияющий, а этот увлажняющий. Знаете что, вот этот, ну прям, у них перебор. У него сильно жидкая текстура. Ой, жидкая. У него сильно такая влажная текстура, которая тоже как будто бы отдельным слоем лежит, немножечко ненатуральненько, и он не фиксируется, он сильно опечатывается, даже если пудрой, то будете как пирожочек. Пирожочек такой, вот. Я не очень не люблю именно эту версию, мне нравится розовая. Вообще линейка этих BB очень хорошая у Холики-Холики, и для каждого типа кожи найдется там определенный продукт. Забыла вам показать вот такую малютку от Ladore. У меня был большой формат, к сожалению, выкинула. Вот осталось только вот эта малюпусика, я хочу повторить покупку, потому что очень понравился спрей, он действительно разглаживает, убирает вот эту вот пушистость, какую-то лишнюю. Блестящие волосы такие, живые, красивые, и он их не загрязняет, самое главное. Поэтому тоже хорошая штучка, он большой, такой, знаете, в формате, как будто бы прыскалка для цветов. Прыскалка — такое странное слово на самом деле. Следующий декоративный продукт — это очень хороший консилер. Это консилер от бренда Love You. I love you. Я люблю своих подписчиков. В общем, хороший консилер, мне кажется, что это закос под тарт-шипты, потому что у него такая большая лопата, которая просто так хренак на лицо. И все, и вы, красотка, пошли, просто пошла богиня дискотеки. Я его люблю, никак не могу найти свой тон в подружке, потому что я прихожу, там вечно все какие-то самые темные, а мне вот нужен светлый. Потому что я такая вот белоснежка, белоснежная, сама в офиге. Поэтому хороший, если любите, берите плотный, средней плотности, такой прям густенький, хорошо перекрывает, всякие тут эти нюансики, да, мы знаем, вот. Рекомендую, действительно. 10 из 10. Вещь, которая просто в какое-то время произвела фурор. Это гель для волос от Kintsugi. У меня это формат, вот мини-формат. Упс, I did it again. У меня это мини-формат, вот такой, очень удобно, кстати, он действительно выглядит как гель для бровей, но это стайлинг-гель для волос. У меня он в такой тропической серии. Пахнет просто вообще улетно. Он не оставляет никакого налета на бровях. Вы просто немножечко на щеточку вот так вот в руку вработаете. И прям оп-оп-оп-оп. И просто ваши брови как будто бы ламинированные. Мне очень нравится. Он сейчас, как я знаю, в маленьких именно вот этих форматах для поездки. Я его не видела, travel форматах. А большая банка вроде как продается. Потому что бренд Kintsugi представлен в подружке вообще в полном объеме. А кто производит? Ну, у меня здесь все просто стерлось к чертям. Но хорошая штука.
я знаю, что многие рекомендовали, я вот прыгаю в последний вагон уже закрытый, знаете, просто на рельсы. Хорошая вещь, действительно. Последний продукт из бьюти, который у меня здесь пустой валяется, у меня таких было тысячи, сейчас я ей не пользуюсь. Сейчас она мне уже перестала нравиться, это подводка от Эвелин вот в формате с кисточкой. Знаете что, минус в том, что она трескается, ну, в течение дня и очень сильно размазывается от любой влаги, которая попадает вам в лицо, особенно если у вас вот здесь текут слезки, то это просто беда, это просто беда бедовая, потому что они, ну, всегда будут размазываться. А так подводка довольно такая прям черная, ядреная, очень матовая, хорошая, и кисточка у нее безумно удобная. Я знаю, что у нее есть много поклонников у этой подводки. Я сейчас пользуюсь на данный момент фломастером. Точнее, даже не фломастером, а подводкой с кисточкой от Эвелин. Она вообще просто у меня моя самая любимая. Ну что, это были все мои пустые баночки. Я поделилась с вами тем, что пользовалась последние пару месяцев. Конечно, что-то я забыла, что-то я выкинула, но я постараюсь больше так не делать. Я надеюсь, что вам понравилось и было интересно это видео. Поделитесь своим впечатлением в комментариях, подпишитесь на канал, поставьте лайк и до встречи в новых видео.